Так, 18 февраля 2019 год, Харьков, 19-12, уже по Киеву. Четвертая попытка снять. Луну в Перигее. На ближайшем расстоянии от Земли. Ну вот это, по-моему, резкость получше. Все равно плавает, гуляет, но будем довольствоваться малым. Балдею просто. Еще раз, 356 тысяч километров. От Земли сейчас Луна. В 2019 году это ближайшее расстояние, на которое подходит Луна к Земле за весь год. Да, есть дрожь. Каждые 4 секунды Луна становится на километр ближе к Земле. Несется просто на нас. Наш естественный спутник. Три с половиной тысячи километров диаметр Луны, 3400. Если такая лабудень на нас свалится, динозавры порадуются, что померли раньше нас. Ясного неба. Сейчас редко зимой дождешься, поэтому буду снимать до посинения. А учитывая, что обещают минус 8, случится это скоро. Чтобы завтра найти в себе силы Сатурн снять с Венерой, сблизившиеся. Не знаю, как это по-русски сказать. Коллюжн. Сближение. Сейчас отойду. Да, на маленьком экране фотоаппарата выглядит это шикарно. На мониторе компьютера, конечно, уже резкости совсем не те. Ну а что ждать от мыльницы? И на том спасибо. Кольца Сатурна снимать с фотоаппарата о таком я и не мечтал.
сейчас будем ловить. Вообще расплылись. Не годится. Вот так лучше. Все время приходится убегать. Пол дрожит. Под ногами балкона. А тут и сквозняка хватает, чтобы при таком увеличении камеру зашатать. Да, не надоедает мне смотреть на эту красотень. Сколько же луна натерпелась, вся в шрамах. Давай еще вот так выползи. Итак, будет луна приближаться аж до 11 часов завтрашнего утра по Киеву. Потом начнет удаляться. В самом далеком положении она будет на 50 тысяч километров дальше, 400 тысяч с лишним, 406 тысяч. 19.20 по Киеву, 18 февраля, 19 год, Харьков.